Девушка, Олеся, табличка, название, и вынеслась, потому что у нас сейчас уже будет начинаться эта встреча совсем скоро. Секунду-секунду будет рестарт, опять же, одна или две карты. Ну что ж, последняя настройка, последняя подготовка уже у меня. О, отлично, все. У меня вообще все готово. Можно поаплодировать и лишний раз прочитать имена команд. Эмоций, по-моему, должно быть побольше. Это суперфинал Counter-Strike. Эй! В принципе, я готов, я надеюсь, команда, кстати, также готова, поэтому можем начинать. У нас переход, выбор стороны, ножи, я не знаю, что сейчас будет. Ребят, давайте уже начнем этот КС. Людям в интернете напомню, что после финала по Counter-Strike, после суперфинала по Counter-Strike у нас сразу же пойдет, ну, будет небольшой перерыв, конечно, и потом пойдет Dota. Я думаю, самое смачное завершение Tech Labs Cup 2011. Ну что, у нас начинается, да, раунд на ножах, определяют стороны команды. По сути, мы сейчас узнаем, если IBG возьмут этот раунд, они очень хорошо защищаются, они сегодня выигрывали The Train и могут очень неплохо раздать в защите. Посмотрите, ну, по-моему, так и произойдет сейчас. У нас ситуация трое против двоих, хотя нет, подождем. Ох, как раздали, один на один, ситуация все решит и... Да, IBG все же берут этот раунд, очень довольны тем, что начнут в защите. Ну и все. Началось, аплодисменты командам. Это финал по Counter-Strike. Последняя, наверное, возможно, карта. Может быть, будет их две. Если первую возьмут Giant Juicy Peach. Вторая карта Денюк, так на всякий случай всем скажу. Но самое главное, конечно, сейчас за Нюк можно и не думать. Нужно сосредоточиться на карте The Train и посмотреть, как пойдет эта игра. Состав команды Inspired by God, Ламирок, Реф, Мотопед, Трансик, Дейнджер. Здесь Днепропетровск, Суммы, Киев, такой очень жесткий микс. Giant Juicy Peach, вот по городам точно не помню, но здесь Бобо, JR, Роман, из Харькова точно знаю, Виктор, Павли и Фантом. Ну что ж, смотрим за этим матчем, игра должна получиться очень интересная. Посмотрим, что сейчас будут делать команды. Опять же, комментирую без инфы и без раскладов, потому что не могу. Меня слышат игроки прекрасно, я могу кому-то подсказать. Здесь очень много тонких нюансов. И уже пошла аркада на Б-плант. Роман минус РФ. Вот это да, бомба стоит. Giant Juicy Peach как начинают. Хорошо, 5 в 3 ситуации уже остаются в большинстве. Игроки атаки. Есть минус. JR, отличный фраг. Минус номерок очень важный. В первую очередь 2 в 4 ситуация. Бомба стоит уже и... Тут нужно начинать какой-то экшен устраивать Дейнджеру. Он уже делает минус 2 против двоих. Остается, ну, времени не так много осталось у Дейнджера. Два соперника. И, по-моему, этот раунд уйдет в копилку Giant Juicy Peach. GGP. Можем так называть. Да, берут раунд 1-0. В пользу атаки. И вот если... Ну, кто не слишком знаком в Counter-Strike, это очень большая плюс мораль. Вообще, раунды в атаке и так сложно даются. А тут берется пистолетный раунд, и в защите нужно играть два слива, два эко-раунда. Ну, мне кажется, бывают разные ситуации, но в основном процентов 90 идет два последующих эко после такого дела. Ну что ж, давайте смотреть, что сейчас будут придумывают IBG. Ну, по сути, в принципе, сейчас Giant Juicy Peach практически сделали три раунда. Но нужно, конечно, крайне аккуратно отыграть эти два антиэка раунда. Ну и потом уже с четвертого начнется основная заруба. Вообще, честно, ну, я отнес этот чемпионат к семи-про больше, чем к нон-про, потому что, ну, очень много известных игроков мы видели, очень много игроков хороших уже повылетало на этом турнире. Ну и, ну, такие игроки, которые бы вполне могли, там, две или три мы могли профессиональных команды сколотить бы, вот, из участников, вообще очень легко. Ну, давайте смотреть за продолжением игры, у нас уже, мы видим какое-то движение, но не будем говорить, потому что, опять же, тут без информации. Ламирок и РФ, два минуса, посмотрите, тут пистолетов делают
IBG пока, они в большинстве, но понимаем, что у них не так много девайсов, 3 в 3 ситуация. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Вот здесь вот будет точно минус. Нет, спину развернулся, Ламирок 1 в 2 остается, как я начервил-то этого парня. Трансика. Ну и Ламирок против двоих, Бабо и Виктор против него. Есть минус, 1 на 1, не увидели. А, еще один игрок. Вот это да, их трое было. Виктор против Ламирка. Ну, у Виктора есть 15 секунд, но опять же ему нужно подобрать бомбу. Поставь. Все, увидели, есть контакт. Смотрим, кто кого сейчас перестреляет. Дуэльная ситуация. 1 на 1. Бомбу успел поставить. В последнюю секунду ставит Виктор. Плент и минус от Ламирка. Вот это да! IBG! Берут эко-раунд, куча криков сразу с правой половины сцены. Ну, они жестко ответили вообще. Они очень жестко ответили. Такое действительно бывает очень редко. Выигранные эко в защите. И парни, ну, показали, что они настроены. Это такой серьезный удар по морали Giant GC Peach. Вот мы видим их на экранах. Ну, вроде сконцентрированы. Надо собраться. Это финал. Второго шанса не будет. Есть только Train. За него и держись. Все, вперед. Понеслась. Ну, вот теперь, конечно, переворот по экономике. IBG теперь уже защита у нас при деньгах. Теперь уже проблема у атаки после... Ну, бомбу, опять же, ставили. Там много вариантов у них, в принципе, было. Но мы видим, что они решили. Но говорить пока про это не будем. Минус от Ламерка. Это был мидл. На зелени мотопед жмет. Минус от Денджера. Трансик без шансов. 2-1. Для команды IBG. Два-один. Но сейчас начнется самое интересное. Уже сейчас должны пойти у нас девайсы. Ну и посмотрим, кто сможет оказаться сильнее на Д-трейне. Ну и еще раз напомню, что IBG нужно выиграть трейн. И на этом чемпионат заканчивается. Так как они прошли по сетке виннеров. Double Elimination. Система в плей-офф Counter-Strike. Ну а Giant GC Peach нужно брать две карты. Трейн и еще следующий Денюк. Минус от GR, минус от Danger. Небольшой размен прошел. Но опять же, польза команды Giant GC Peach. Пока что у них неплохо получается атака. Ну, я не знаю, конечно, не так часто команда приходится вот этим командам сидеть на сцене. Может быть, немного сложно. Немного мешают комментарии, зрители, какое-то есть волнение. Но в любом случае, парни должны показать лучший КС. И уже ситуация 3 на 3. Ну, давайте смотреть вот за этим парнем. Он очень суров. Не попадает, кстати, в этот момент Danger. Хотя, в принципе, ну, на нем должно многое держаться на Д-трейне. Это снайперская карта. Здесь в 2, в 3 АВП можно смело играть в защите. Да и в атаке можно использовать очень неплохо этот девайс. GR минус. И 2 в 3. Проблемы. Проблемы у IBG. Ну, походу, тут, конечно, может получиться серьезная лютая борьба. Мотопед минус 2 в спину. Как так? GR 1 против 2 остается. Ну, сейчас увидим. Сейчас увидим, что он будет делать. Не повезло, не повезло вообще, доли секунды мог он сделать минус и все, он бы выиграл бы раунд. Ему не нужно было убивать обоих, там уже практически взрывалась бомба. Но на соплях IBG тащит этот раунд и счет уже 3-1. Очень напряженно на девайсе у нас игра сейчас пошла. Довольно, довольно все неплохо. Ну, будем смотреть за продолжением. Это же подробности, призовой фонд и... Ну, весь репортаж по всем дисциплинам ищите на Киберарена ТВ. Там есть много интересной информации. Смотрите, что происходит на зелень. Просто на морозе улетает Бобо, делает минус. И теперь уже какие-то могут возникнуть проблемы у защиты. Вот они постоянно теряют первого игрока. Из-за этого вся защита на точке А ломается. Есть минус от Ламерка, минус от Мотопеда. Его разменяли. Минус от Денджера, размен снова 2 в 2. Ситуация Ламерок, Денджер, Бобо, Роман. 2 на 2, минус от атаки, в дым, хэдшот, хорош вообще, очень четко отыграли Giant GC Peach, и счет 3-2. Ну, по-моему, у нас будет очень жесткая игра на Д-трейне, очень пока что равная игра, и до конца непонятно вообще, чего ожидать не только от всей карты, вообще от первой половины, потому что нестандартно уже идет встреча, Giant GC Peach берет раунды за атаку, и постоянно экономически держит команду Inspired by God. Ну, давайте посмотрим. Говорить не могу, буду показывать. По плеер-барам вы видите все подробности, все детали. И, опять же, видите, что происходит на карте. Какое оружие в руках игроков. И я вот периодически показываю карту, чтобы смотреть за схемой расположения.
3-2, 3-2, и пытаются IBG вытащить еще один раунд. Ну, опять же, соответственно, Giant CP сейчас нужна ничья, они попытаются взять третий раунд и будут продолжать накалять ситуацию за атаку. Есть минус от Джейра, минус Мотопед, это уже в районе Б-планта, минус от Фантома. 5 в 3 ситуация, 5 на 2, Ламирок и Дейнджер. Есть минус от Дейнджера. Вот мы видим, что в руках Дейнджер-то нормальный девайс такой оказался. Это АВП. Но, по сути, сложно 2 в 4, двойное преимущество по игрокам у Giant GC Peach в этом раунде. Просто на каждого игрока по 2, и, конечно, тут трудно тащить. Позицию отдали, плент продавили, и уже практически такое дело не выбивается. Прочекали Ламерка, там ниндзя у нас на планете затесался, шел на диффуз. И нашли АВП Дейнджера, пытались IBG сейчас сыграть эко через одно АВП. Не получилось, не туда поставили снайпера. Он стоял один на пленте, на открытом, а все пошли на Б. Да, некий фейл. Вот мы сегодня видели матч, там такие раунды брались. И за атаку, и за защиту на трейне, причем в ответ были такие раунды, также в исполнении команды IBG. Я слышал очень веселую информацию. Минус 2 от Фантома, 2 хедшота, 3 хедшота наверх-вниз. Он сказал, с Б бегут много. С Б бегут много, так назовем. И законтролили этот поджим. Остался Мотопед против пятерых. Ну, я даже не знаю, что сказать. Фантастика, как это происходит. Атака тащит. И, по-моему, это уже четвертый раунд для Giant GC Peach. Да, забирают последнего. Снова попытает свою судьбу IBG на девайсах. Ну и даблы пошли, дабл раунды. Если Giant GC Peach берет раунд, значит дальше пойдет эко. И таким образом мы можем еще и одну карту посмотреть. Если Giant GC Peach так будет рвать на трейне. Ну, правда, есть всегда вторая половина. Можно сделать камбэк. Вот финал World Cyber Games недавнешний. Вот именно карта The Train именно про это и говорит. Были веселые раунды. Да, много не могу говорить, буду показывать. Ну, в принципе, спокойный раунд. Мы видим, что не форсируют события в этом раунде. Giant GC Peach спокойно все идет. Перестрелок даже особых не было. Минута до конца раунда. И минута есть у большого и сочного персика, чтобы взять этот раунд. Секунд. Все очень интересно становится. Есть минус от Рансика на зелень, забирает он Бобо. 5-4, защита имеет небольшое преимущество одного игрока. Минус от Виктора Павлика. Отличный ник вообще, Виктор Павлик. Еще Виктор Павлик поработал, просто жесткий парень. Так, на Б-планте РФ, минус 2, сливает обоих, там падает бомба. Проблема у Giant GC Peach. Ну, очень долго пытались атаковать до последней секунды. В упор просто Фантом рвет Мотопеда. Минус от Рансика. Фантом один против двоих. Ну и пока хорош. Он может взять раунд, ставить хедшот Реву. И у нас дуэльная ситуация. Пожалуйста, без подсказок. Вы сделаете только хуже команде, которой подсказали. Ну, тут немножко, по-моему, перемудрил Трансик. По-моему, это 5-3. Сейчас увидим. Да. Взрывается бомба. 5-3. Мне кажется, вот Реву стоило действовать немного по-другому в этом эпизоде. Учитывая тайминг, ему, наверное, не стоило контролить бомбу, а где-то прятаться просто на точке, чтобы потом плантящего игрока сбрить. Ну, ладно. Имеем то, что имеем. Пятый раунд за Giant GC Peach. Четко потащил Фантом эту ситуацию. И хотя там был на 95% выигранный раунд команды IBG, ну, немного накривили, бывает такое. 5-3.
5-3, атака тащит. Вообще, парни просто убили мои слова перед игрой и показывают, что атаковать они тоже могут на этой карте. Ну, видимо, финал все-таки дает о себе знать. Вообще, любой финал — это вещь непредсказуемая. То, что бывает обычно в КСе, в финалах редко присутствует. Да, действительно, я вот так подумал, что если так будут дальше продолжать играть Giant GCP, то все у них получится отлично на трейде, несмотря там на то, что отдали Эко. Все равно тащится. Ну, мы видим, что уже Эко в защите, здесь последний остался Мотопед. Ну и Giant GCP уже имеет двойное преимущество. Сейчас шестой раунд возьмут, если Мотопед не пропрется. Все, его нашли и обезвредили. Снова Виктор Павлик появляется на сервере и делает минус. Еще 6 раундов остается до конца первой половины. Пока Giant GCP уверенно выигрывают в атаке. Ну, опять же, всего 3 раунда между командами. Смотрим за продолжением этой игры. Очередной веселый раунд начинается. Вообще затишье перед бурей. Решили вообще не показываться. По-моему, такой новый стиль выработали. Giant GCP спокойненько халдят. И когда нужно, идут в аркаду. Не рискуют там. По одному не лезут, не получают в лоб. Это самое главное, что вот до выхода, до раскидки, там, до своей стратегии команда особо не врывается никуда. Ух, крэф, минус, размен, Виктор Павлик пришел, продавил точку, 4-4 ситуация, нужно смотреть вот сюда, тут тоже очень веселый парень находится, он должен что-то делать в этом раунде, бомба уже установлена, 4-4, выбивать должны IBG, время, конечно, у них сейчас предостаточно, главное не спешить, ну и особо медленно тоже не стоит ходить, так, Дейнджер нашел кого-то за лысым вагоном, есть минус от JR, это JR был, Мотопед разменял сразу, Ламирок минус, 3 в 2. Большинство у защиты, но бомба стоит, поэтому тут все может произойти. Очень важный минус от Фантома. 2 на 2. Мотопед. 1 на 1. Роман. Ох ты. Роман против Мотопеда. Тут без шансов. Вообще, Giant GCP, что творят в атаке? По-моему, они хотят второй карты. По-моему, они хотят сравнять всю ситуацию на чемпионате. Добавить одно первое поражение команде IBG и уже играть решающую карту суперфинала Денюк. Вот это да, в Украине что-то Нюк стал популярен в финалах. Опять же, не так давно мы видели третьи карты Денюк, а здесь такая ситуация тоже может произойти. Но еще увидим IBG в атаке, они могут ответить. Они могут ответить, минус от Фантома с ВП. Вчетвером остается сначала раунда IBG. И, конечно, вот защищаться в меньшинстве крайне неудобно. Всегда приходится рисковать игрокам защиты. Постоянно они должны думать, как им держать пленты. 2 плюс 2, 3-1, отдавать точку вчетвером заседать. Ну, сложно. Всегда идет какой-то риск, и он часто бывает наказан. Так, по таймингу минута. Смотрите, что происходит. Никто вверх не смотрит вообще. Как такое может быть? Минус 2 JR. Ну, 3 игрока на пленте, никто вверх не смотрит. Как, ребят, такое могло быть? Вообще идеальный тайминг, зашел JR. Просто в идеальный. Вот именно та доля секунды, когда вот никто не смотрел верхний выход. 8-3. Это были девайсы. Giant GCP серьезно настроены, по-моему, на этот матч. На карту трейна. И очень хотят играть еще Денюк. Не хотят упускать первое место. Ну и правильно. Так, по статистике у нас пока у Фантома, по-моему, самый лучший КД. 2-1 плюс 8 фрагов. Ну, попросту говоря, 15-7 у парня. И почти уже до 20 он дошел. Посмотрим, что будет дальше. 8-3, атака рвет. Такое редко мы можем увидеть, но бывает. Минус от JR, так, он нашел трансика. Есть минус мидле, по-моему, да. Вот кому-то дали по голове, это РФ, Суспа прошелся. Тут уже можно смело говорить, что это Эко. Никому я не подскажу, тут так понятно, что сливали. Еще один экономический раунд играли IBG. Но все переросло вообще в страшный побой. Еще 9-3. В пользу Giant GCP. И еще три раунда нам нужно доиграть. Паузу.
какие-то проблемы. Джан Джуси Пич поставили паузу. Или нет? Нет. Inspired by God. Какие-то траблы с веником. Программа, между которой, благодаря которой они общаются между собой, так кто не знает. Что, веник настроили? Погнали дальше. Так, смотрим последние три раунда. 9-3. В пользу большого и сочного. Персика, в смысле. Веселое, конечно, название команды. Ну и вот теперь пора бы уже что-то взять IBG. Конечно, 3 в защите. Это смешно. Надо хотя бы 6. Хотя бы 6 уже. Потому что потом нужно творить просто мега чудеса в атаке. Да, такое может случиться. Всякое бывает. Но почему-то я начинаю в это не верить. А снова атака, где дает первый фраг. Посмотрите, снова в районе зелени проход какой-то был. Дейнджер ответил. Джей Эр там сделал минус. Мотопед минус 2. И 3-2 защиты в большинстве. Но еще жив Виктор Павлик вообще. Это страшный человек на сервере. Минус Виктор Павлик. Все, убрали. Фантом 1-3. Ну вот, возможно, четвертый раунд возьмут сейчас IBG. Либо Фантом Демки Мувикина устроит. Есть у него минута. Поэтому, в принципе, за такое время все может случиться. Давайте на карту лучше посмотрим. За передвижениями обеих команд. Точнее, одного игрока и его троих соперников. Фантом против Рева, Мотопеда и Ламерка. Что у Ламерка написано? Фо Эрик. Опасность. Ну, буду про время напоминать всем. 20 секунд. У Фантома. Оп, все, его нашли. 10. Вообще тишина. Ну, сейвится. Сейвится Фантом. Четвертый раунд для IBG. Ну, хоть что-то, конечно, им еще два нужно. Но Giant Juicy Peach очень смачно атакует. Вообще сочно, смачно. Почти всегда умудряются давать первый фраг. И, по-моему, они кое-что знают про карту Дотрейна и своих соперников. Но расслабляться не стоит. Расслабляться не стоит, потому что с ними то же самое может произойти при смене сторон. Смотрим за раундом. Там кто-то, по-моему, не попал какую-то гранату. Но, опять же, это не так важно. Раунд я уже, в принципе, показал. Ну и вот нужно смотреть вот сюда. Минус от Денджера. Есть минус. Минус от Джейра. Равный размен. 4 в 4. Как это так не попал? Сейчас Фантом вот ответил. Есть минус. Минус 4. Просто жестко играют. Сплит 3 плюс 2. 2 мидл, 3 вверх-вниз. И все. Мотопед остался один. Можно отсюда мотопедить уже. 1 в 4. Не, ну, конечно, демки, мувики всегда могут быть. Но как для первой карты уже одного эка, наверное, хватило. Минус один, минус Роман, еще двое. По крайней мере, знают, где находится их соперник теперь. Ну и 15 секунд до взрыва бомбы. Пока все довольно тихо. Ой, Фантом, как жестко после прыжка раздался ВП. Нашли без зрителя, не дали сохранить кольт. И последний раунд первой половины. Очень жестко доминирует Giant Juicy Peach. Ну, наверное, не знаю, можно уже говорить на первой карте финала, хотя давайте подождем. Она может быть последней, если IBG умудрятся сделать камбэк и выиграть карту. Они сегодня делали камбэк, они проигрывали также на карте D-Train со счетом 12-5 и потом выиграли 16-14. Но это было немного другой немного по-другому, да, это был другой камбэк, когда команда тащила, играя в защите. А сейчас нужно тащить, играя в атаке. Это совершенно другой КС, совершенно другие усилия нужно приложить. Титанический, я бы сказал. Небольшой размен перед Бэм. Мотопед все-таки свое дело сделал. У него не было оружия, был дигл. Он своего забрал. Денджер минус Фамоса. Виктор Павлик получил на сервере хедшот. И 4 в 3. 4 в 3 ситуация более выгодная для защиты. Рэп с АВП минус. Бабо и Роман остаются вдвоем. Ой-ой-ой, Ламерок, минус 2, хедшот, 3 пули, 2 смерти, 10-5. Все-таки 5 раундов смогли взять IBG.
в защите. Ну и теперь, наверное, такое короткое будет совещание у каждой из команд. Там ребята пообсуждают, что же делать дальше. Особенно такое это время нужно команде IBG, которая проигрывает с двойным преимуществом 10-5. И им сейчас нужно творить фантастику, делать камбэк и брать 11 раундов за атаку. Ну, либо хотя бы 10, чтобы был овертайм. Я думаю, парни не хотят никак играть вторую карту. Вообще, лучше ее не отдавать, потому что команда, которая идет с лузеров, когда выигрывает первую карту, просто на морали потом сносит. Ну, а проигравший немного расстроен и понимает, что шанс был так близок. Ну, смотрим за продолжением. Более-менее спокойно Джанджи Сипич. IBG, конечно, им стоит поволноваться. Потому что, во-первых, с чего должен начаться камбэк, это с выигранного пистолетного раунда. Если его не будет, это уже 12-5 как минимум за Giant Juicy Peach. Потом оружейный, который многое решит, ну и потом просто могут их придавить. Так, ну вот теперь уже все, команда IBG готова, теперь Giant Juicy Peach у нас уже по одному убегают со сцены. Ну, наверное, все-таки важное дело. Reboot компакт. 2-3 минуты, вот вы видите, пустое место, но там как раз сейчас работаются компьютеры, будет перезаходить Роман, представитель Харьковской школы КС. Вообще довольно веселый микс, и тут вообще абсолютно с разных городов игроки, как и одной, так и второй команды. Ну, если у IBG там Бумерок Danger из Днепра, вот откуда реп еще? Что-то я забыл, ну ладно, не так важно. Не, вот трудно сказать, кто сейчас сможет выиграть трейн. Все равно, вот я не ожидал такой первой половины. Я не ожидал, что Giant Juicy Peach так будет удачно атаковать. Может быть, IBG сейчас ответит. Ну, нет, так нет. У нас есть еще карта Денюк, которую также нужно выигрывать будет Giant Juicy Peach, чтобы выиграть чемпионат. Ну и после всего этого дела по Counter-Strike у нас будет там получасовой, ну, может быть, меньше перерыв, пока команды по доте будут настраиваться на сцене. Очень лютый получится у нас финал, я думаю, очень яркий, вообще просто разрыв мозга. Вилат это дело все будет комментировать. Я думаю, это станет ярким украшением и завершением Technolabs Cup 2011. Первая карта. Но она может быть одна. Zero. Волнуешься за свою команду? Менеджеры здесь, менеджеры вдвоем. Вы же меморандум недавно подписали, вы же теперь вообще два дружных клана, да. Россия и Украина вместе вас поддерживают. Как вы поддерживать будете сегодня друг друга? Когда пойдут фразы на букву «С»? А, фаерплей, вечеринка, хорошо, все. Ну, заходит у нас уже пятый игрок команды Giant Juicy Peach на сервер. Это значит, что у нас вообще все круто. Сейчас игра возобновится. 10-5, счет первой половины. Конечно, классно отыграли Giant Juicy Peach за атаку, но смогут ли IBG такое сотворить? Вообще, это, конечно, довольно сложно сделать. Но никто не говорит, что нереально. Тут, конечно, главное взять первый раунд. Ну, вообще, конечно, IBG, наверное, настраивается сейчас брать первый раунд, потом... Очень важно будет взять третий, наверное, четвертый. Ну, как бы пистолетные, три эко и девайсы. Вот так можно все очень просто сыграть IBG, сделать 10-10. Ну, а там как попрет, как говорится. Когда уже там два оружейных подряд пойдет у Giant Juicy Peach. Так, все, далеко забегаю. Сейчас могут просто GGP взять пистолетку и закончить через 5 раундов игру. Все, смотрим, пошел пистолетный раунд. Очень важен. Посмотрим, что придумала атака вообще. Что парни обсуждали. Смотрим за парнями из Inspired by God. Ну, эти парни, кстати, играли вот на прошлой неделе украинской ВЦГ, и там 2-1 по картам в четвертьфинале проиграли Керчнет. Могли там навязать борьбу. Минус. Минус от Рева. Размен. Роман, минус 2. Еще один минус дают. Фантом. Нет, там Роман и Фантом сработали. Ламерок и Мотопед вдвоем. Им нужно тащить раунд. Какая боль. Может настигнуть игроков IBG, если не вытащат пистолетный.
Опа, пошла инфа по отпятам. Ламерок, по-моему, сейчас будет в опасности. Три игрока у Джанджи Сипич. Вот тут еще есть очень интересный. Должен быть прикольчик. Опа, не попал. Это плохо, конечно. А надо было попадать. А вот сейчас попал. 2 в 2. Ох ты, на пятом Виктор Павлик поработал. Мотопед 1 в 2. Хедшот, бобо. И 11-5. Не дают. Не дают. Домой кричат. Не дают. Домой. Все. Ну, для домой еще рано. Надо еще будет выиграть следующую карту. Ну и так пока что неплохо. 11-5. 5 раундов до победы Джанджи Сипич. Ну и теперь не было бомбы, а IBG, понятное дело, нужно играть эко, либо как-то там брать диглы, но это глупо, конечно, не будут они такое делать. Менеджеры дота составов очень переживают, вот, кто вышел из лузеров, почему они тащат? Да вот так вот тащат, эко проходит быстро, 12-5. Четыре раунда, и нам обеспечен Денюк. Еще четыре раунда. Тащить Джанджи Сипич. Ну, либо IBG нужно творить ветер. Не знаю, не буду, по крайней мере, говорить. Я-то знаю, но не буду говорить, когда будут девайсы в этом раунде или в следующем. Не буду делать подсказки. Ну что ж, понеслась. Смотрим за одним из ключевых раундов в игре. Фантом с АВП минус. Как не попал? Как так? Фастом зато. А я бы прицелился и стрельнул. И вот так вот работает АВП. Команда Giant Juicy Peach. Трансик остается один. О, Фантом. Покер исполнил. Покер 13-5. Слушайте, как разогрелись Giant Juicy Peach. На такой волне они могут и вторую карту. Ну там, конечно, абсолютно противоположная карта. Нюк. Нюк вообще жесткий. Уже почти 6 тысяч народу вот смотрит в интернете этот матч. Я думаю, под финал по доте еще больше можно бежать. Под десяточку. Потому что Moscow 5, Na'Vi, это всегда интересно в СНГ. Это всегда кайфовые игры. Минус от Романа. Минус Ламирок. Минус от Рансика. Фантом работает. Виктор Павлик. О, ну тут такой волевой какой-то... Я так и не понимаю, за закупку команды IBG решили рискнуть пойти Б. Ну, в принципе, понятно. Но не дают, 14-5. Рома продолжает разогревать психологию IBG. 14-5 и два раунда до победы на первой карте. Уже можно, наверное, говорить Giant Juicy Peach. Ну, все-таки смогут или нет IBG, вот хоть раунд пока что для начала взять за атаку. Фантом 8-1 идет. Можно глянуть в стату. Фантом КД 8-0. Великолепно. Плюс 7 фрагов. Минус от Виктора Павлика. Забрали Ламерка, он там почему-то так один оказался в районе пятой линии. Бобо минус мидли, поджал агрессивно. И теперь уже давайте смотреть. Минус наверх-вниз. Еще минус прошел. Реф 1. Вообще ничего не получилось. По одному уже там пишут ГГ, хотя еще два раунда играть. Но уже начинаются... ГГшечки. 15-5 и, ого, 10 матч-поинтов у Giant Juicy Peach. На карту Детрей надо брать один из 10. А вы помните, как начиналась эта игра? Парни берут пистолетку за атаку, у них плюс мораль, потом сразу же получают в ответ эко-раунд. И казалось, что он их может ему просто морально уничтожить, но нет, все, собрано, дальше. Поехали и тащат. Конечно, если IBG сейчас возьмут 10 из 10, это будет фантастика. Минус от Ламерка. По-моему, он хочет 10 из 10 брать и делать счет 15-15. Ну, сложно, сложно. Так, есть преимущество. Есть преимущество в атаке. IBG имеет плюс 1. Так, возня, трансик минус Бобо. Ого, тут уже минус 2 прошло, посмотрите.
Обиджи, что творят. Минус 3. 5-2. По-моему, все-таки первый матчпоинт могут отыграть. Первый матчпоинт будет отыгран. Нет, Джейер не хочет. Минус от Джейер. 4-2. Бомбу поставили. 4-3. Надо было не туда бросать. Не туда кинул. Ну, как бы шансы есть. А вот тут не попал. А вот здесь партизан, посмотрите, засел. Я хотя уже думали, что все убежали, но нет. Да, 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 да. Да ежишь. Абиджи берут один раунд, 15-6. И еще 9 надо им тащить. 9 из 10 Джейра слились. Сейчас чуть еще игрока не зацепили. Ну вот он и первый раунд. Первый раунд для команды Абиджи в атаке. 0-6. Дейнджер. Пора убивать вообще. Пора убивать Дейнджер. Ну, в общем, игра продолжается. Тут все понимают, что 9 матчпоинтов нужно отыгрывать команде IBG. Один отыграли. Основа First Frag. РФ минус Виктор Павлик. Бобо, минус. 4 в 4. Вот этот парень, конечно, может многое порешать. Ой, как обидно, не попал. Ну, как обидно, второй раз не попал. 3 в 3. Что такое? Проклятая вообще, проклятая ВП. Минус от Романа и... Уже в большинстве Джанджу Сипить, сейчас можно все закончить. Получится или нет, мы сейчас с вами увидим. Что тут делать? Трансик пригнулся от мидла, да. Минус от Романа. Все, победа! Победа команды Джанджу Сипить на первой карте, 16-6. И в КСе у нас все решится на последней решающей карте. Денюк, небольшой перерыв, минуток на 5. И мы возвращаемся в эфир. Ребут стрима.